каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. С 9 января текущего года организованы пассажироперевозки по направлению Дачи-Дар. Это стало возможным благодаря заключению договора между руководством МУП «Кызылгортранс» и представителем дачного общества «Дар». Перевоз пассажиров осуществляет один автобус марки «ПАС», который выезжает с 7 утра с территории дач. Конечный пункт следования – остановка почта. На всю поездку уходит порядка 40 минут. Стоимость проезда в один конец – 15 рублей. Транспорт выполняет пассажиры перевозки с 7 утра до 19 часов. В 19:10 автобус отбывает с остановки почты и движется в сторону дач. Стоит отметить, дачное общество «Дар» – территория Кызыльского района. Но, несмотря на это, городские власти несколько лет подряд выделяли один автобус малого класса марки «Газель» для перевоза жителей два раза в день. За прошедшую неделю количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, возросло на 4,2%. Значительный рост зафиксирован в Ирзинском, Байтагинском, Терехольском, Барунхемчинском районах и в Кызыле. Говоря об алкоголизации населения, надо помнить, что все, что связано с продажей суррогатных спиртосодержащих жидкостей, является уголовными деяниями. И тут не обойтись без взаимодействия с общественностью и общественными организациями. Алкоголизации населения мы прежде всего должны говорить об уголовном деянии, связанном с продажей суррогатных спиртосодержащих жидкостей. В этом отношении особое внимание обращаю тех, кого это касается, особого взаимодействия с общественными формированиями. И то, что сейчас некая вспышка деятельности таких общественных организаций, как Чоннун Олдары и другие, сейчас я вижу, это дело потихонечку так угасает. Непонятно почему. Было бы здорово, если бы наоборот, с положительных каких-то результатов, еще и больше добиваться результативности, это было бы более разумнее и правильно. Коллеги, остановлюсь на том, что вопросы безопасности – это ключевые вопросы, которые должны находиться на первейшем внимании власти. Повышена грузоподъемность ледовой переправы Усть-Буренская в Кахемском районе Тувы. Комиссия по проверке ледовых переправ, в состав которой входят инспекторы Центра государственной инспекции по маломерным судам регионального МЧС, 10 января провела проверку ледовой переправы Усть-Буренская через реку Малый Енисей в Кахемском районе на грузоподъемность. Проверка показала, что толщина ледового полотна составляет от 80 до 105 сантиметров. Такая толщина позволяет переезжать автотранспорт до 20 тонн. В связи с чем комиссия постановила заменить знаки ограничения ледовой переправы с 10 на 20 тонн. На сегодняшний день в республике функционируют все 4 ледовые переправы. Грузоподъемность в 15 тонн установлена на Иликхемской ледовой переправе в Лукхемском районе. На остальных двух ледовых переправах, Тоджинская в Тоджинском районе и Бельбейская в Кахемском районе, грузоподъемность 10 тонн. Государственная инспекция предупреждает граждан о том, что запрещается выход и выезд на лед в местах, не оборудованных для этих целей, а также в местах, где выставлены запрещающие информационные знаки. Министерство строительства и жилищного хозяйства России рассчитывало среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья для регионов страны на первый квартал 2019 года. Для Тувы этот показатель составил 40 580 рублей за квадратный метр, сообщается в приказе Минстроя. На первом месте в Сибири по рыночной стоимости жилья находится Новосибирская область, где средняя стоимость квадратного метра рассчитана на уровне 45 802 рублей. Следом идет Красноярский край с показателем 44 578 рублей. Замыкает тройку самых дорогих сибирских регионов по средней стоимости квадратного метра Томская область – 42 880 рублей. Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья применяется для расчета величины соцвыплаты гражданам, которым субсидии на покупку жилья предоставляют из федерального бюджета. Эти цены устанавливаются ежеквартально, но, как отмечают эксперты, во многом отличаются от цен на реальном рынке недвижимости.
И о курсах валют. Доллар стоит 67 рублей 19 копеек. Евро 77 рублей 7 копеек. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595-555. Красота притягивает взгляды. И подарки. Купите красивую шубу и выиграйте новый немецкий автомобиль. Белковятские меха. С 19 по 25 декабря. ЦУМ. Склад-магазин «Виктория», декоративная косметика, аксессуары и многое другое. Оптовикам скидка 40%. Улица Энергетиков 3/3. Красота притягивает взгляды. И подарки. Купите красивую шубу и выиграйте новый немецкий автомобиль. Белковятские меха. С 19 по 25 декабря. ЦУМ. Жительница Абакана пыталась получить в Кызыле водительское удостоверение по поддельным экзаменационным листам. Инспекторами межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД региона выявлен факт представления поддельных документов для получения водительского удостоверения. 11 января в Республиканскую госавтоинспекцию обратилась 35-летняя жительница города Абакана. Женщина предоставила инспекторам ДПС экзаменационные листы проведения теоретического экзамена и по первоначальным навыкам управления транспортным средством в условиях дорожного движения. В документах указано, что практическая часть экзамена была успешно сдана кандидатам в Кызыле 27 декабря прошлого года. Сотрудники полиции установили, что теоретическая часть экзамена кандидатам сдана в Абакане, а в Кызыл она приехала с намерением сдать практическую часть экзамена, предоставив при этом поддельные экзаменационные листы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 6 месяцев, либо арестом на срок до 6 месяцев. января 2019 года исполнилось ровно 10 лет, как ЕГЭ вышел из стадии эксперимента и стал обязательным выпускным экзаменом для всех российских школьников. Автором идеи единого государственного экзамена в России стал Владимир Филиппов, возглавлявший Министерство образования. Именно он начал масштабную реформу. Эксперимент по введению ЕГЭ был проведен впервые в 2001 году в республиках Чувашия, Мариэл, Якутия, а также в Самарской и Ростовской областях. В 2002 году эксперимент по введению ЕГЭ прошел в 16 регионах страны. Впервые в Туве ЕГЭ услышали в 2004. Как и по всей стране, начиная с этого года в республике проводились эксперименты по проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ. В этом году в регионе будет открыто 24 пункта проведения экзаменов, в которых будет применяться технология передачи контрольно-измерительных материалов по сети интернет, сканирование печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях. Выпускники 2019 года не смогут сдавать сразу и базовый, и профильный экзамен, как это было раньше. Теперь им придется выбрать что-то одно. Также в 2020 году начнется масштабная апробация ЕГЭ по иностранному языку, а в 2022 году он станет обязательным. ЕГЭ по информатике перейдет полностью на компьютерную форму уже в 2020 году. Апробацию новой технологии уже начали. С 1 января вступили в силу изменения в закон об охране здоровья, позволяющие медицинским работникам выдавать электронные рецепты на наркотические средства и психотропные вещества. На региональном уровне потребуется принятие решения об использовании электронных рецептов наряду с бумажными. Также с 1 января Минздраву России переданы полномочия регионов по организации обеспечения лекарствами больных гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом.
К новинкам законодательства в области здравоохранения относятся также наделение прав Росздравнадзора на контрольную закупку лекарств с 7 января наступившего года. Изменение основано на задаче контроля над продажей фальсифицированных и контрафактных препаратов и других факторов. Уточнены также права военнослужащих. В частности, военнослужащие, в том числе призывники, контрактники, лица, приравненные к военнослужащим по медицинскому обеспечению, теперь будут иметь право на бесплатное оказание медицинской помощи, за исключением случаев медицинского освидетельствования в целях определения годности к военной службе или приравненной к ней службе. Финал всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» 2019 состоялся 4 января в эфире телеканала «Звезда». Победителем по версии жюри стала представительница Смоленской области Тамара Дудуния. Далее до 12 января продолжилось зрительское голосование за наиболее популярных участников сезона и вместе с тем за возможность для новичков попасть в следующий сезон без кастинга. Победителями зрительского голосования стала семья Айжи из Тувы. Три сестры и брат набрали наибольшее количество голосов от зрителей. От телеканала «Звезда» они получили статуэтку и сертификат на 1 миллион рублей. Артисты рассказали, что средства, полученные при СМС-голосовании, будут перечислены в благотворительный фонд «Шаг вместе», который помогает детям, больным ДЦП. Дорогие наши земляки, вот и завершилась церемония награждения победителей. И в итоге Республика Тыва, мы стали победителями всероссийского вокального конкурса «Новая звезда 2019» по версии телезрителей. Вот наша награда. Спасибо большое всем, кто голосовал, кто переживал за нас днями, ночами, без сна голосовал. Чего хочет каждая женщина? Быть красивой, модной и роскошно одетой. За окном морозная зима? Тогда спешите на знаменитую Кировскую выставку «Продажу меховых изделий. Знатные меха», где вы точно сможете утолить свою жажду моды. Да-да, вы не ослышались. Известная и зарекомендовавшая себя ярмарка меха по многочисленным просьбам жителей и гостей города продолжает свою работу в Кызыле, торговый дом «Меридиан». Поэтому, если вы мечтаете о недорогой стильной шубке из натурального качественного меха, вам точно сюда. Ведь цены здесь начинаются, внимание, от 19 тысяч рублей. Тысячи моделей норковых и мутоновых шуб, включая самые трендовые новинки. А шикарные головные уборы впечатлят даже самых искушенных покупателей. Разнообразной цветовой палитрой и широким размерным рядом. От 38 до 70 размера. Что уж говорить, знатные меха знают, чем порадовать. Кстати, совершить покупку на ярмарке «Знатные меха» также по-прежнему просто и легко. Если необходимой суммы наличными нет при себе, вы всегда можете оплатить покупку картой, оформить кредит на оптимальных условиях. Шикарно? Конечно, да. Быть стильной теперь просто. Выставка меховых изделий «Знатные меха» располагается улица Ленина, дом 50, торговый дом «Меридиан». Ежедневно с 10 утра и до 19 вечера. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. Продлевать срок займа можно бесконечно. «Отличные наличные» – удобные условия по займам. По республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -34, -36 градусов. Температура воздуха днем -25, -27 градусов. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам.